Итак, всем хай! С вами The Russian Play. Чтобы модернизировать наш арбалет, нам понадобится угольник, изолента, сам арбалет, ножовка, кусачки, клеевой пистолет, пила, ручка, сверло, сверлящий аппарат, шурупы, канцелярские резинки, картонка и кабель-канал 12 на 12 мм. Приступим к модернизации. Первым делом мы должны снять плечи арбалета. Далее выкручиваем саморез фиксирующей тетивы и натягиваем веревку. Я натянул вот так. Затем находим центр ключа арбалета и напротив него накручиваем изоленту на тетиву. Это нужно для того, чтобы тетива не изнашивалась и не рвалась. Складываем плечики в сторону. Далее по плану сам механизм. Соединяем старый механизм и спицы. Берем угольник и очерчиваем выемку для нового механизма. И отпиливаем выделенную часть. После пропиливания у меня получилось вот так. Затем берем ту часть, которую мы отпилили, это будет пусковой крючок. Берем нож и стачиваем до того момента, пока не останется 3-4 мм. У меня получилось сделать это таким образом. Следуем дальше по плану. Берем щепку и сажаем ее на клей. Далее берем сверло и сверлим два отверстия. Вот здесь. И здесь. Вот так это у меня получилось. Затем берем наш пусковой крючок и делаем на нем углубление. Теперь берем уже знакомую нам канцелярскую резинку и продеваем ее в отверстие, которое мы просверлили. Теперь берем нашу заготовку с выемкой и фиксируем ее резинками. По желанию можете обмотать изолентой оставшуюся часть арбалета. У меня получилось вот так. Следующий пункт плана – прикручиваем плечи арбалета. Затем делаем стрелы, берем кабель-канал, отмеряем в зависимости от длины арбалета и отпиливаем стрелы. Далее берем болты, стрелы и фиксируем болты на кончиках стрел клеевым пистолетом. Последний пункт плана заключается в том, что берем картонки и делаем оперение арбалету. У меня получилось сделать это таким образом. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока!